Крыша здания Б у нас смотровая площадка. Здесь будет озеленение. Посадили натуральную траву. То есть это не искусственное. Вон парень сейчас поливом занимается. В общем, буквально здесь через месяц, наверное, уже все это приобретет красивую форму. И поставим сюда какую-то мебель, столики, стулья. Можно будет подняться с друзьями, со своей семьей, выпить чай, кофе или просто бокал вина и посмотреть на закат. Сегодня очень ветрено, поэтому я надеюсь, наша камера это передаст. Очень много серферов, вон и с парусами, и с парашютами катаются. Я тоже хотел бы научиться. Когда-нибудь придет этот день. 2 года назад, когда мы были здесь с клиентами, здесь было застроено, стояли стихийные постройки, или были просто джунгли. А сейчас вот уже провели городское освещение. Мы там потихоньку высаживают пальмы, то есть здесь готовится смотровая площадка. Здесь будет как мини-сквер, то есть место